У Могилевским зоосаде великое пополнение. Тут народились зубраняты и олененок. Малые отчувают себе добры, уже вышли на прогулку. Первые кроки у жити диких живел зафиксовала наша телекамера. Матчин инстинкт – оборонять дитяти. Гэты зубраня только народилася и полностью залежить от своих батьков. Только праз некалькі тыдню ён будет упэўнена крошить по просторах Могилевского зоосаду. Для нас зоосад – это учебная лаборатория. Для вас это место посещения знакомства с диким животным миром. А вот та забота о них, та любовь, это, поверьте, я верю в это слово, та любовь от сотрудника, от учащихся, которые занимаются им, это все это передается, и то у них такой прекрасный вид. И самый главный показатель – это, конечно, рождаемость. А колькость новорожденных зверов расте каждый год. Зараз у Могилевском зоосаде живе 30 волотов зубров и 7 шляхетных оленей. Богатый рацион, великая простора и клопот человека – все это умовы для комфортного життя диких живел и повеличения их популяции. Например, за час існавання Могилевского зоосаду тут народилось 29 шляхетных оленей. Первый наш благородный олень был Гриня. Его в Быховском районе под забором нашел один из жителей и нам позвонил. Он умирал, он его подкормил, мы забрали его, и вот он сейчас отец тех, которые здесь у нас есть. А кроме оленя, лосев и зубров, тут великая популяция инших живел и птушек, поглядеть на яких можно у любой день. Андрей Шуляк, Юрий Ауласов, Новин регион.